Соляная чистка делается на убыль Луны. Желательно делать раз в 2 месяца или раз в квартал. Покупаете соль в магазине без сдачи. Соль обычная, не йодированная. Приносите домой. Вечером делаете ритуал. Высыпаете на дно ванны, тазика, если у вас баня, душа, пол пачки соли. Остальной половиной соли вы будете натираться, натирать голову, все части тела, предварительно тело увлажнив, естественно, натирать и читать следующий заговор. Соль соляная, оттяни, отведи все уроки-призоры, чьи-то наговоры. Ты чиста, и я чиста буду. Тебе таять, так и беде моей таять. Соли скрипеть, а мне не болеть. Что сняла, назад пошло. Ворога моего нашло. На него шубку накинула, чтоб защита его, можно имя назвать ворога, если у вас есть ворог, сгинула. Кто мне зла пожелал, чтоб от боли заорал, от бессилия застонал. От меня порча, отвернись. На ворога, можно имя назвать, моего, откатись. Меня не жрать, не ломать, а врага моего до смерти укатать. Как сказала, так тому и быть. Замок в роте змеи никому не избыть. Ключ не забрать, защиту не сломать. Как сказала, так тому и быть. Истина, истина, истина. Заговор можно написать на бумажке своей рукой. С телефона читать нельзя. Повторяю, мужчинам делать в мужские дни. Понедельник, вторник, четверг. Женщинам в женские. Среда, пятница, суббота. В субботу предпочтительнее.